2023 год принесет удачу и счастье трем знакам зодиака. Астрологи назвали везунчиков. Астрологи говорят, что в 2023 году некоторые представители зодиакального круга смогут испытать невиданную удачу. Вселенная обрушит приятные сюрпризы на три знака зодиака. При этом не стоит отчаиваться, если вы не попали в этот список. Сохраняйте позитивный настрой, и удача улыбнется и вам. Рак. Раки в 2023 году будут как никогда бодры и полны сил. Они решатся на то, о чем давно мечтали, но не решались. Это будет шаг в верном направлении. Какая бы неожиданная идея ни пришла вам в голову, определенно хватайтесь за нее, ведь вам повезет в любом начинании. Если вы давно мечтали об отпуске, но никак не получалось, сейчас самое время в него отправиться, ведь удача будет на вашей стороне. Лев. В 2023 году львы будут на пике успеха. Удача будет сопутствовать во всем и все заслуженно. Также стоит взяться за парочку глобальных проектов, которые давно уже в планах, но казались невыполнимыми. Исполнятся даже самые нереальные мечты, будто по взмаху волшебной палочки. Личная жизнь тоже пойдет в гору, обрушив на представителей этого знака лавину романтики. Главное не отвергать предложения, даже если они кажутся максимально безумными. Телец. Тельцы упорно трудились в последнее время, а потому заслужили отдых. Начало 2023 года является отличной возможностью хорошо отдохнуть душой и телом. Звезды помогут исполнить любые планы. Главное продолжать фантазировать. Мечты могут действительно сбываться, если не относиться к ним безрассудно. Также есть шанс получить долгожданные новости. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!